такое IoT, на самом деле мы правильно говорить industrial, то есть индустриальный интернет вещей. Есть такое сокращение, по сути, обывательское. Интернет для людей понятно, да, то есть чтобы было понятно. Вот мы стали общаться, смартфоны и прочее. Появился интернет для персональных гаджетов, то есть когда у нас устройства начали какие-то функции выполнять через интернет. Опять-таки, если там хронологию рассматривать, интернет для домашних устройств. Ну, у многих есть там умный дом. Там шторы закрываются, холодильники заказывают себе продукты, да. Это вот бытовой интернет. Интернет для машин, это вот Industrial Internet of Things, это когда у нас, ну я так думаю, что это у нас машины начинают обмениваться информацией без участия людей. То есть есть платформа, она сейчас принадлежит Ростелекому, через которые наши насосы начинают общаться с нашими поставщиками запчастей, например, да, то есть какие-то индустриальные решения, да. Но это как я вижу, никто про это не говорит, ну так я как провидец или как это говорят, пророк. На самом деле, если это закончится интернетом для роботов, когда у нас дроны, да, начнут доставлять запчасти к этим насосам прямо от станка с ЧПУ, да. Вот для меня это будет апофеоз этого технологии интернет вещей, да. По сути, вы, наверное, спрашиваете, можно ли там данные о состоянии оборудования, прогноз этого состояния использовать для там планирования работы, эффективной аналитики. У некоторых платформ, будем так говорить, есть сейчас планы именно интеграции вот тех самых машин, бизнес-процесс их обслуживания. Не просто там предиктивная аналитика, а именно в процессы взаимоотношения с производителем оборудования, поставщиками запчастей, и все это находится в интернете вещей. Так вот я на ваш вопрос. Привет, я мультяшный робот Простоев Нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO Простоев Нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР от Простоев Нет, которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!